Вчера Николай Алексеевич сказал, что первый этап информационной войны проигран. А с кем, собственно, воюете и что должно, какая должна была быть информация, чтобы этот этап был на вашей стороне? Значит, ну, этап проигран в том плане, что недостаточно было информации представлено, может быть, и на сайтах, и на средствах массовой информации о планируемых мероприятиях. Мы работали традиционно и работали в основном в коллективах этих двух реорганизуемых организаций. У нас составлен план проведения и родительских собраний, общешкольных родительских собраний в составе родительских комитетов каждой школы и с советами учреждений, это органы государственного общественного управления, с педагогическими советами, даже с коллективами, трудовыми коллективами школ. Поэтому недостаток, конечно, мы принимаем во внимание, поэтому сегодня на сайте образовательном портале, сайте органов местного самоуправления будет размещена более подробная информация для жителей города, родителей и педагогов этих школ. Есть какие-то сроки, на что ориентироваться, когда будет понятно, целесообразно? Сроки определены у нас постановлением администрации, конкретный срок 16 апреля, но мы пойдем с опережением, и 13 апреля будет проведено окончательное заседание комиссии. Сейчас все члены комиссии работают, готовят материалы для заседания. Состав комиссии у нас укрупненный, состоит из 15 человек, в том числе 3 членов нашего совета депутатов города и родительской общественности этих же двух учреждений.